А в Анохино-Тюменского района начались всероссийские соревнования по велоспорту шоссе. За выход на первенство России призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Усламина приехали побороться 111 юношей. Возраст участников от 13 до 16 лет. Они представляют 6 регионов России. В первый день спортсмены преодолели индивидуальную гонку в 5000 метров. В пятницу им предстоит групповой заезд 40 и 55 километров. За 4 дня соревнований будут учитываться как личный, так и командный результат. Я хочу полностью выложиться, чтобы не подставлять команду. А если я поставлю команду, то я буду долго об этом жалеть. Мечтаю о сборной, очень мечтаю. Просто это элита, можно сказать. Это просто огромное уважение заработать.